Студия Анастасия Иконникова. Здравствуйте. Столбики термометра в Старомосковье и Губкине стремятся вверх. По данным гидрометцентра, в воскресенье 26 мая ясно. На протяжении всего дня температура воздуха будет держаться в диапазоне 23-25 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Осадков не предвидится. Убывающая луна, магнитное поле спокойное. Атмосферное давление выше нормы 754-756 миллиметров ртутного столба.